Клаус у вас? Лады. Начинаем? Да. Здравствуйте, здравствуйте, добро пожаловать на очередные боевые действия. Меня зовут Марк, также известен как Зудин, значит, зомби конючий. Ну, блин, у тебя жилы. Диарея на лице. Диарея на лице. Ладно. Мы на боевых действиях очередной раз. Это Killing Floor. Мапа, о которой я никогда не слышал. Пойду попрыгаю. И мы ждем наших гениальных собратьев. А если в воду упасть, что будет? Кстати, мы сдохнем, если пойдем слишком далеко, походу. Пацаны, спасайте меня! Мы можем накачать перки. Фак, ёб... Я опоздал. Постой! У меня, наверное, это как... А не, это Юра, блин, я голос, Лёша. Юра, крутой скин. Пацаны, пацаны, Марк, говори. Готово? Говори. Да. Так, Что произошло? Здравствуйте, добро пожаловать на очередные боевые действия в Killing Floor. С вами сегодня Стас. Йоу. С вами сегодня Лёша, камерамен. Йоу. С вами сегодня Юра, который где-то мёртвый валяется там в воде. Вон, внизу таблички самый. Да, Юра, скажи что-нибудь. Алло. У нас проблемы со связью, ладно. Он умер в реале, кажется. С вами я, Марк. Всё, я не знаю, что это за мапа, но давайте пошли. У меня два пистолета, я беру гопу. Давай, я танкую. Я за пупом. А где дробовик? Да, там будешь впереди. А где катана? Ну, пацаны! Много вопросов. И не падайте в водопад. Хотя... Сделаем все возможное. Стас, молодец. Пацаны, спасайте! Стас, ты течение сносит? Что? Течение не сносит? Нет. Да, сносило. Ну, 45 хп. Отхилите ведь? Там справа... Алло, Марк! А? Так. Блин, ты испугался. Кто-нибудь за Кана шел? Люди, идите сюда. Я хочу здесь, типа, взял патроны, поворачиваюсь назад, смотрю на вот этот вот стол, и вот выглядит как вот это лицо, и две руки, и девочка стоит. Марк, что ты курил? Fuck you, bitch. Опа. Вот туда лучше не идти. Пацаны, а вот это моя пушка. Макдак. Еще пайпы, кому пайпы? Вот, Леша, давай. Одна и вторая. Вау. Ладно, побежали. Вооружились и дестрой. Лёша носит Pants of Purity. Что? Да. Лёша, беги по центру. А что с моим скином? Бывшим. Пацаны, вот где я, постойте здесь на секунду. Вот, Марк, стой там. И Лёша, стойте там. Не там вообще-то. Фак! Я хотел на ваши. Я хотел еще ваши трупы сожрать. Какие текстурки? Текстурки, как ванамас. Текстурки, yes. Так, это пацан. Такие текстурки вообще. Это бигинер, пацан. Ты уже почти умер. Вот надеюсь, мы это пройдем, пацаны. Что? О, Гескиан. Это надо собирать для первой миссии. Давайте. Погнали. Марк у тебя на спине. What the fuck? Она у тебя на спине. Это круто выглядит. Марк, ты не представляешь, что на твоей спине. О, Марк, сейчас оценишь. Опа-на. Уя. Я как бэкпэк такой. Понесли. Сюда надо. Локи. Нажимаем Е. Лёша, ты тоже работай. А, вот я вижу. Собирайте. Вон, я вон, нашла, вот. Топор. Нажми Е, когда... Подходишь. Он зафилится. Вот, Кескин Эмпти. Быстрей! Вот. Когда написано Кескин Эмпти, тогда можно заново кидать новую еще одну. Написано Carrying Gaskin. Вот сейчас... Давай с нас работай. Сейчас, подожди. Может, не явля... Вот, Кескин Эмпти. Вон, видел? Кескин Эмпти. Теперь ты можешь кидать новую. Лёша, что это? Пацаны, бомбы! Сейчас пушка перегревается. Марк! Ну не сади Гескина тут. Работайте. А где еще Гескин?
Они как где? Они прыгают. Они спонят. Пацаны, здесь гранатомет есть. У меня пушка. Неси ты Гэскин, у тебя на спине, Лёша, Гэскин. Неси Гэскин туда. Идет. Ущит! Ущит! Я не последний, чуваки. Марк несет, да? А, пацаны, прикрывай Марк. Ой, сзади блоуты. Посмотрите на то. Фак! Пацаны, я за миниган. О, лол. Я вообще все сделать. Марк, смотри назад. Похиляйте меня. Блоут был. Ну хакайте, хакайте уже. Все нельзя. Укрыт, да? Я почти успел, пацаны. О, объектив, пацаны. Объект. А, не, он еще стреляет. Хорзин. Хакинг ин прогресс. Пошел! На Е нажимай. Я хакую. Я нажимаю на Е. Я хакую. Прикрывайте меня. Я хакую. Как Юра говорил, я не ню. Марк, прикрывай меня, я за миниган. Марк, прикрывай меня. 100% пацаны сейчас прикроют тебе. Пацаны, дверь открылась. Запиливается. Запиливается. Пацаны. Оуе. Леш, тебя бьют. Ай-яй-яй! Я бог. Чего? Стас, you're ugly. Спортсменов, You're butt ugly просто. Это нам... Но? Нам 13 мобов осталось убить, всё. Окей, подождите. Подстап. О, пофиг. В это время я уже обчистил этот бункер. Всё, открываем дверь. Лёша, what the fuck did you do? Say hello to my little friend. Пацаны, обчищаем бункер быстро, пока время есть. Я не нюк. Юра, Юра, пошли в туалет. The fuck? Пацаны, нас сейчас скопятся. Реакция, the fuck? Не занято. Hello? Занято. Too close for... У нас какой-то sausage fest получился. Пацаны, дафим здесь. Да, давай. Дайте меня носик припустить. Пофиг, что тут спаун вот тут вот. Пофиг. Ладно, пошли, здесь дверь должна открыться. Во, вон она открылась. Пошли, пошли, пошли. У пацаны, они идут. Уй-яй-яй. Ай-яй. Продвигаемся к объективу. Я не нюк. Я смогу. Во, нам нужен кто-то, чтобы хакал компьютер. Это я. Я хакал. Давайте я буду стоять. Нет. Нет. Я же лечить буду все. Hacking in progress. Пусть Юра, наверное. Я лучший хакер, я же этот. Я же компьютерный. Да, Марк компьютерный, хрень. Сейчас на Facebook зайду, пацаны, подождите. Опа, 25%, сейчас еще в Twitter зайду. Сейчас я затвичу, то что мы тут зомбику валим, вообще жесть. Какие не прогресс. Пацаны, мне отойти на. Что там происходит? У меня тут кишка на ноутбук упала. Лол. Напиши это в твиттере, Леша. Только что убили, там упала кишка. Ну, Марк, стреляй. Все. О! Марк, только не заходи. Ты там скрыл. Марк, только не заходи за мой аккаунт в твиттере, пожалуйста. Что ты делаешь? Я тебя прошу. Я убит. Твит. Стас, вон он. Твич? Я хакнул. Я не нюк, я. Ой. Ой. Что меня конкретно подожгли? Я вся горю. Давайте, пошли, ребята. Пацаны. Вон новый окажи. Пацаны, у меня флэш. Флэш, да, вон. Оу, щит. Я бегу. Ладно. Say goodbye. Я же брезеркер, я хочу сдохнуть. Я снажаю его. Давай. Дед. Он сдох. Дед бич. Я в него три раза шмальнул. Следующий раз на Hell on Earth. По-любому. Meanwhile, Hell on Earth. И ад вокруг такой. О, вон ад. Ладно, давай, кто прыгнет туда?
это было? Пацаны? Я же тут привет! Кто АА выкинул? Пацаны, пацаны, встаньте в круг, я вам сейчас анекдот расскажу. Короче. 22 секунды. Идет медведь по лесу, видит горящую машину, заходит в горящую машину и сгорает. Я это слышал. Да, это ж... Иди. Леша, знаешь, из-за чего были лесные пожары в 2010-м? Нет. Потому что много медведей в машины садили. Fuel, да, for life. Патроны, 4 штуки. Оу, щит. Это напоминает теперь мне, этот, как его? Alien Swarm. Да. Half-Life. Посмотри, реально Alien Swarm, только мы... Ладно, давайте, кто туда, пацаны? Let's do Alien this, boys. Swarm 3D. Кнопочку нажать надо будет, иди. А. Так мне, например, Half-Life первый. Там начать. Как лохая. Да, да, было, было. И же в нее все эти хэдкрабы падали. Стас? Ну блин, я должен был затестить. Молодец. Во, Стас полетел. Чё он так полетел странно? О, вон, о, ёж! О, а если сюда флеш упадет? Фак хим! Вон, он к нам гости. К нам какой-то пацан. Как быстро! Сел. Я наверх слетаю, посмотрю, там есть, нету. Наверху нет. О, да, отлично. Да фак! Я прыгаю. Пацаны, вэрфакт, я прыгаю. Оу? Что там, вы застряли? Вы застряли. Остановилась эта фигня. Ау. Пацаны, что на рельсы наступать нельзя, электричества нет. Пацаны, походу, вам придется. Всем килд! Пацаны, походу сейчас. Они сейчас будут падать и вам придется прыгнуть так красиво. Куда? Да? Не знаю, так думаю. Юра, свети, я нихера не вижу. Почему они горелые? Я Лёшу ненавижу. Крис Пинанс, блин. Почему музыка кончилась? Опять лаги! Тут двигается. Ну они круто в темноте выглядят горелые. Ну, попёрли. Лёша, не вздумай поднять скар. Fuck your ass! Пацаны, бегите вперед! Там дверь закрывается. Можешь сказать. Лол! Фандер. Эй, там флешбаунд впереди. Опа! На пролом! Лёша! Что ты делаешь? Я залез, я залез! Лёша, вперед, дальше беги! Куда ты где? Юра, вон беги! Нажимай кнопку дальше, вон дальше. Забей, Лёша! Ну вот там! Нажимай, хэк! Юра, ты не нюх! Давай, Юра, ты меню. Хакинг уже идет. Все? Рокет он стоит. Так я хакаю что-то. Вот, все. Ну, все равно он. Один, я смотрю за этой ракетой, мать. Е! И вы клацаны. Привет! Пошли к ракете. Здесь, за этой дверью, я видел ее. Только она не совсем открывается еще. Да, надо трейдер. Трейдер тайм дать. Стоп! Трейдер тайм. Я может. Побежал. From вон ракета, давай взорвём их. Plant bombs at their locations. Planting bomb. Planting bomb. Все по объектам остались. Я planting bomb. Так, я... Опа! Я поставил. Я тоже planting. Молодцы! Прикрывайте, молодцы. Бомб, Юра. Бомбу еще могу поставить. А я могу ставить бомбу и стрелять? Я поставил бомбу. Все, я поставил. А, куда нам идти? Не... Нам походу на эту лодочку. Опять все патроны бомбы. Что Left 4 Dead? Оставьте, оставьте мне сталкер. Спасибо. Марк, стой. Юра, хил, Юра, хил, Юра, хил. Юра, зад... Юра, хил! Сейчас. Юра, хил! Useless support, хил!
говорю... Useless support хилями! Газ кены надо нести, блин. Что? Патриарх? Я патриарха слышу. Я тоже. Я тоже. О, щит. Я иду за патронами. Давай, Йор. Удачи. Удачи. Просто ну пух! What the fuck, бух? Блин, на меня патриарх упал сзади. Пацаны! Его убили! Еее! На четвертой волне! I'll be back, он говорит такой. Ни у кого? Find a way to escape, вот сейчас вот. Это лицо? Да. Я могу пострелять еще по всем походу. Да! Офигеть! Еее! Пацаны от третьего лица, так круто! Еее! Лол! А мы это я вниз. Пацаны! А, ну может быть надо... Подождите того чувака. Все, я к ясно рубил. Какого чувака? Я на халяву стреляю. Е, Марк, е! Epic Left 4 Dead Style. Стас, мы разгоняемся. Марк, бедолаг. Я чуть из лодки не вылетел. Опа, Стас. Самострой, быстро. Вверх, милак, это эти сосульки, видишь? А. Приседай. Кто там гранаты стреляет? Лёша, просто тимкил. Лёша, двух уже. О, да, супер. Что я сделал? Люди там так реалистичны. Где он появился? Мы летим, Стас. Ты видел? Бум на голову. Иди, где чувак заспонил. А вот Savage Works. Привет. Почему мы тут остановились? Е, мы на камне. Уё! Виктори. Я сквозь камень пролетел. Виктори. Пацаны. Ёбан. Стас, в камне застрял. Почему я в камне застрял? А это в камне мы еще дописали? Ай, блин. Ага, мне больно смело. Так стрёмно в третьего лица играть. Юра умер! Мы уже вышли, Юра. Look behind, блин. О, привет! Fuck you! You're fucking Jesus! Там в прошлый раз Юра застрял в камне, да, Лиза? Не, Георгий. Да только не в эти. А чё, это продолжение есть или нет? Всё, мы выиграли. Да. Тогда выходим на... Эпик просто компания. Опа! Вот survived. Мигуста и бабло. Ну, Юра, на бикинере это было нормально. Представь, что будет на нормальной сложности. Это будет нереально сложно.